маленькие фетровые мышки сластены? Такой вариант милого новогоднего подарка обязательно оценят ваши друзья, особенно дети. Для изготовления таких фетровых мышек нам понадобятся следующие материалы. Ножницы, бумага, карандаш, стержни для клеевого пистолета, сам пистолет и, конечно же, цветной фетр. На листе белой бумаги рисуем шаблон крыски. На шаблоне помечаем места, где будем делать надрезы. Вот такие детали у нас получились. Теперь будем собирать крыску. Приклеиваем детали при помощи клеевого пистолета. Когда фетровые игрушки готовы, нужно просунуть туда карамельку, или мы в данном случае используем печенье вафельное в виде трубочки. Такой сладкий сюрприз, несомненно, понравится вашим детям. И они будут хрумтеть своими маленькими зубками, как вот эти симпатичные грызуны. Желаем всем приятных впечатлений от таких сюрпризов!